Всем привет. Меня зовут Павел Топорков. И сегодня я хочу вам рассказать про OpenStack. Мой доклад, он ориентирован, наверное, на людей без какой-либо подготовки, поэтому это все должно быть понятно. Если вы видите какую-то схемку, которая вам непонятна, скорее всего, она не должна быть понятна. Это подразумевалось. И да, у меня достаточно много материала и мало времени, поэтому будет немножко скомканно, за это я прошу прощения. Итак, OpenStack — это такая штука, которая позволяет вам сделать свое собственное облако. Многие из вас, наверное, пользовались Amazon, Google Cloud, Azure. И, собственно, OpenStack позволяет вам сделать примерно то же самое, что позволяют все эти провайдеры сделать на своих вычислительных мощностях. OpenStack пользуется много компаний. Я вот зашел к ним на сайт, вынес на слайд те компании, которые я знаю, но их там гораздо больше. Не знаю, зачем эта информация нужна, но как бы показать, что OpenStack — это штука важная. И OpenStack, он достаточно простой архитектурно, тут все понятно, я объяснять это не буду. Ладно, на самом деле та схемка была старая и устаревшая, в ней нет, например, даже половины того, что есть в современности. И вот это более новая схема, и тут каждое слово, которое вы видите, это отдельный модуль OpenStack. OpenStack, он такой модульный, можно сделать разные сборки, зависит от того, какой функционал вам нужен. Теперь немножко в циферках. В ядре OpenStack больше 12 миллионов строчек кода на питоне, чем они почему-то гордятся, мне это непонятно. В официальном проекте на GitHub у них больше 900 репозиториев. Также есть куча сторонних зависимостей от всяких бинарников, всяких биндингов каким-то железком. Все это сверху смазывается мультитенантной моделью, что прям добавляет еще очень много веселья. И с этого следует один вывод. OpenStack очень тяжело для себя развернуть, чтобы его можно было когда-то отлаживать. Поэтому, прежде чем мы перейдем к какой-то технической части, я хочу выразить большую благодарность ребятам из VKCloud за то, что, во-первых, у них облако на OpenStack, и за то, что они терпели меня, пока я издевался над ним как мог. Они даже заплатили мне за это какую-то денежку, поскольку оно входит в scope bug bounty, поэтому можно рассматривать этот доклад как мой собственный подход к bug bounty. Ну и начнем. Часть первая. Поверхность атаки. Всегда, когда мы начинаем что-то изучать, нужно определиться с поверхностью атаки, с какими-то точками, на которые мы можем влиять. Вообще, то, как мы можем общаться с этим проектом. Из очевидного на схемке поверхности атаки — это вот все API-шки, которые тот или иной модуль предоставляет. Но OpenStack существует уже достаточно давно, и все эти API-шки наверняка уже были много раз проверены. Поэтому их смотреть как-то не особо интересно. Ну и там сходу я ничего в них особо интересного не нашел. Поэтому я решил сфокусироваться на каком-то одном конкретном модуле, и этим модулем стал так называемый модуль TROF. Это модуль, который позволяет в OpenStack создавать и менеджить базы данных. То есть, ну, в том же Amazon вы можете мышкой в веб-интерфейсе натыкать, что я хочу там MongoDB, Postgres или еще что-то на таких-то мощностях, с такими-то конфигурациями в кластерном режиме или в сингл-ноде. И он это все создаст, вы там сможете делать бэкапы также из веб-интерфейса, все очень удобно. И вот, собственно, этот модуль как раз реализует примерно то же самое. TROF работает примерно следующим образом. Вот есть Horizon Dashboard, это, можно сказать, наш веб-интерфейс, который общается с REST API. И этот REST API, он там заводит всякие записи в базе данных, это нас не особо интересует. Из того, что нас интересует, он общается с шиной сообщения Rabbit. И под капотом создается виртуалка, на которой, собственно, будет запущена наша база данных. И она тоже общается с этой шиной. Эта шина нужна для того, чтобы мы могли из веб-интерфейса передавать какие-то команды виртуалки, либо собирать, наоборот, с нее метрики. То есть мы нажимаем в веб-интерфейсе «хочу бэкап от базы данных», сообщение попадает в шину, и агент, который установлен на эту виртуалку с базы данных, ее получит и сделает бэкап, или там переконфигурирует базу данных, если вы этого захотели. Ну и также постоянно отправляет в эту шину метрики, чтобы могли видеть загрузку нашей базы данных прямо в веб-интерфейсе. Но если мы начнем изучать этот вопрос более глубоко,
то мы заметим, вот тут снизу доклад, который прямо на каком-то конференции про OpenStack, и там они говорят, что для вот эта шина, она общая для всех тенантов, то есть ей пользуются все клиенты облака, что вроде как должно быть небезопасно. Но для каждого клиента создается отдельная учетная запись, причем даже не для каждого клиента, а для каждого инстанса базы данных. Кроме того, создается очередь отдельная. Этот учетная запись имеет доступ только для этой очереди. Как еще один уровень защиты, создается пара, нет, не пара, там симметричное шифрование, там создается один ключик, для которого будут шифроваться все сообщения, которые будут туда улетать. И вроде бы как все безопасно, но вот тут на слайде есть одно очень важное слово. Вот оно. Все эти данные, которые улетают в шину, они сериализуются. Сериализация — вещь очень прикольная. Посмотрим, как она реализована в этом конкретном случае. У нас есть класс Serializable Notification, и при десериализации он пытается получить из сериализованного объекта, ну, там, в данном случае это JSON, поле notification class name, распарсить из него, там, что относится к пакету, что к конкретному уже классу, и заимпортить, и потом сделать инстанс с контекстом и с остальными полями этого серверного объекта. Из занимательного здесь, что в Python инстанцирование нового объекта и вызов функции — это примерно одна и та же операция. То есть если у нас в notification class будет функция, а не класс, то в целом будет произведен вызов. Потому что это и то, и другое — это callable объекты в контексте Python. Собственно, какая наша задача? Нам нужно найти какой-то класс или функцию, которая есть уже в существующем коде OpenStack, которая игнорирует или как-то допустимо для нас использовать первый аргумент, потому что на контекст мы не взаимодействуем. Контекст в данном случае — это просто объект, то есть dictionary в контексте Python, с какими-то параметрами запроса, который был сделан в общем, контекст вызова, в целом понятно. А уже на все остальные именованные аргументы мы можем на них повлиять, поэтому чтобы мы хотим найти такую функцию, которая проигнорирует первый аргумент, а второй аргумент, ну или какой-то именованный аргумент, она бы использовала так, чтобы мы могли получить выполнение кода. И такая функция нашлась. Это модуль Oslo Concurrency, это тоже разработка OpenStack. В файле process.utils есть функция execute. Что она делает? Она берет в качестве позиционных аргументов, она ожидает увидеть команду, и она кастит эту команду к строке. В целом, дикты в Python, они кастят к строке достаточно легко, поэтому проблем тут у нас не возникает. Проблема возникает в том, что ну, вот в этой команде мы не можем передать какой-то наш payload. Но есть два именованных параметра. Первый — это run as root, который мы можем выставить в true, и тогда OpenStack попробует выполнить эту команду от трута. Но ему нужно понять, а как ее выполнять с трута, потому что есть много разных вариантов. И есть root helper, который добавит префикс к команде, которую мы пытаемся выполнить. То есть, например, по какому-то легитимному поведению там, наверное, должно быть sudo. Вот. Но поскольку мы этим контролируем, мы можем переписать спокойно root helper на все, что мы хотим. Ну и, собственно, получаем такую цепочку эксплуатации, что мы получаем каким-то образом учетную запись и ключи шифрования из этого инстанса. В моем случае было достаточно просто. Я видел жесткий диск, виртуальный жесткий диск, который подключался к базе данных. Я просто выключал базу данных, подключал жесткий диск другой виртуалки, дампил с нее креды и ключи. И дальше с этими кредами подключаемся к Rabbit и отправляем такой вот объектик, предварительно пошифровав его нашими ключиками. Что мы должны были научиться из этой части? Что в облаках, ну, даже не только в облаках, так и в таких больших сложных проектах, поверхность атаки, она не ограничена вот этими внешними API-шками, вот то, о чем мы в первую очередь думаем.
То есть в данном случае поверхность атаки была еще также агент, который установлен на виртуалку базы данных. Ну и, собственно, таких вот интересных мест, которые можно еще рассмотреть как поверхность атаки, их может быть больше. Дальше я пошел репортить это в OpenStack, и они мне ставят one fix. Ну, сказали, что я, как пользователь OpenStack, не должен иметь возможности получить доступ к жесткому диску базы данных, поэтому типа, я сам себе злобный Буратино, они не виноваты, исправлять мы ничего не будем. Ну, а кто такой, чтобы с ними спорить, мне как-то уже было неинтересно, я пошел дальше. Но мысль у меня вот осталась. То есть они не зафиксили это потому, что они посчитали, что менеджер-сервисы, они вроде как безопасны. То есть я не должен иметь доступ к ним, я не должен каким образом получить доступ к жесткому диску его. То есть как, у них есть как вот эта вот концепция менеджер-сервиса рассматривается в том, что этот менеджер-сервис, они неприступны. Я решил проверить, а действительно ли это так. Я решил не распыляться на все эти сервисы, потому что их много. Менеджер-сервисов просто миллионы. Ну ладно, утрирую, на самом деле, не миллионы. Я решил найти что-то общее среди них всех. И что-то общее — это вот этот выделенный квадратик, это модуль Neutron. Модуль Neutron — это реализация виртуальной сети, а может даже и не виртуальной, потому что OpenStack умеет и то, и другое в OpenStack. В общем, она является потому, что все наши сущности, которые мы создаем в OpenStack, они так или иначе должны быть объединены в сети, иначе зачем мы их вообще создаем. Neutron тоже простой пример такой же, как и OpenStack. Тут вот тоже все понятно, надеюсь. И если мы начнем изучать его документацию, то первое, за что мы зацепился взгляд, это Port Security. Это такой механизм в виртуальных сетях OpenStack, который позволяет, ну, во-первых, который включает или выключает security группы. Это такие правила, которые сам пользователь OpenStack может прописать для виртуалки на входящий и нисходящий трафик. И более того, включает или выключает антиспуфик правила. В контексте OpenStack это правила IP tables, которые генерируются на каждую виртуалку, подключенную к сети, в момент подключения ее к сети, ну, в смысле, момент не реального подключения сети, а момент, когда мы мышкой тыкнули, что мы хотим ее подключить к сети, на самом деле. OpenStack знает, что это за виртуал, какой у него MAC-адрес, он знает, какой он захочет ей выдать IP-адрес, и он просто на IP-таблице составляет маппинг, от какого MAC-адреса должны какие пакеты вылетать. И если это не совпадает, он этот трафик будет дропать. И, собственно, это можно использовать, если выключить этот Port Security. Если мы внимательно посмотрим на схемку провижинга инстансов, провижинг — это такой процесс, который выполняется при первом старте новой виртуалки. И вот тут нас на этой схемке интересует вон тот маленький уголочек справа. А что же там у нас изображено? Neutron, собственно, как и, наверное, мы могли встречать на Амазоне или на других облаках, создает так называемый метадата-сервис. У Neutron он доступен по адресу 169.254.169.254, собственно, прямо один в один, как в Амазоне. И этот метадата-сервис, он позволяет виртуалке получить данные о себе, если они там по какой-то причине ей нужны. И виртуалка может получить, допустим, данные о своих публичных ключах, которые нужно положить в authorized keys, чтобы потом можно было к этой виртуалке подключиться. И вот это уже для нас очень полезно. В чем идея? Мы просто выключаем port security, после этого у нас антиспуфинг больше не работает. И начиная с этого момента можно выполнять любые сетевые атаки на нашу виртуалку. Дальше мы в этой же сети, которой мы выключили Port Security, создаем наш супербыстрый DHCP-сервер. На самом деле ему не нужно быть каким-то особо супербыстрым, потому что он может просто выдавать один адрес и не думать, там, не искать в пуле какие-то свободные адреса, ни о чем не думать, просто выдавать быстрее, чем реально существующий DHCP-сервер OpenStack. Вот, так что эта проблема не сильно сложная.
Дальше мы создаем какой-то менеджер сервис в этой же сети. При первом старте менеджер сервиса он пойдет в этот метадата сервис, чтобы забрать ключи. А ключи там будут не наши, потому что это менеджер сервис, мы не должны иметь к нему доступ. Там будут ключи техперсонала провайдера облака, чтобы в случае, если у нас возникнут какие-то проблемы, они могли включиться и их решить. Но поскольку мы подменили DHCP-ответ при вот этом старте виртуалки, мы можем сделать так, чтобы трафик пошел через нас, мы подменяем вот этот ответ на запрос к метадата-сервису и подкладываем свои ключики. Вот, после этого спокойно подключаемся по SSH. Вот. Чему мы должны были научиться в этой части? Что менеджер не означает безопасный, что менеджер-сервисы также могут содержать уязвимости. Я показал такое вот достаточно, наверное, решение в лоб, но на самом деле можно рассматривать не только в контексте сетевых атак, но и в контексте атаки на сами сервисы, потому что на самом деле менеджер-сервис — это не более чем образ, собранный кем-то, на основе какого-то софта, написанного кем-то. То есть я уже вот в том приложении, в котором я сказал, я могу видеть несколько точек, где могут быть созданы ошибки или уязвимости. Вот. Ну и сетевые атаки, они также применимы в облачных инфраструктурах. Про это нужно не забывать. Вот. И теперь мы приходим к самой, наверное, интересной части. Я недолго не знал, как ее назвать, и назвал ее «Слабоумие и отвага». Наверное, будет понятно, почему. Опять же, пока я изучал вот этот нейтрон, я заметил одно такое интересное поле в конфиге, которое мне показалось очень знакомым. Оно называется Extra DHCP Opts. Я начал читать, типа, а что это вообще за поле? Оказалось, что оно позволяет добавить какие-то Extra DHCP опции. Вот. И чем больше я прочитал, тем больше оно мне казалось знакомым. Потом я взглянул на вот эту схемку нейтрона, которая вроде как должна быть очевидной. Я понял, где же я его видел. Тут в красном квадратике выделено, что нейтрон на самом деле использует DNS-маск как свой DHCP-сервер. И вот тут я вот прям точно вспомнил, что да, у DNS-маска есть опция, DHCP-opts-файл, который как раз позволяет нам ввести какой-то файл, в котором будут прописаны все опции, DHCP, можно их как-то там разделять, кому каких отвечать, то есть какая-то отдельная база данных DHCP опций для DNS-маска. И вот тут внизу указан пример того, как в OpenStack выглядят эти опции, когда мы только создаем виртуалку. Что тут из интересного? Все эти опции, они несут спереди тег, то есть у нас опции тегированы, и этот тег как раз нужен для того, чтобы определить, для какой виртуалки какие опции отдавать. И как-то так вот оно работает. Мы можем дергать вот эту вот ручку и выставлять какие-то свои DHCP-опции. Допустим, вот тут на примере мы пытаемся выставить тест, опцию тест с значением val. На самом деле это не будет работать, потому что такой опции нет, но для примера я это показал. И вот тут была очень простая, можно даже сказать, детская уязвимость. Вот такая. В поле name мы не можем использовать все, что угодно, потому что на самом деле список DHCP-опций он достаточно ограничен и лимитирован. А вот value — это произвольное значение. Там можно внедрить прямо строки, и таким образом мы можем в этот extra DHCP-opts файл добавлять свои собственные сущности. Как это эксплуатировать? Первое, мы можем попробовать реконфигурировать свою собственную сеть, которую мы только что создали, и пропушить своей же виртуалке свои собственные DHCP-опции. Непонятно зачем. И как-то не очень интересно. Второе, у OpenStack есть концепция внешних сетей. Это, как правило, сети, которые подключены к интернету, там могут быть публичные IP-адреса, и они, как правило, шарятся между несколькими тенантами. Но тут есть проблема. В таких сетях нельзя включать Port Security, то есть мы не можем, допустим, если мы подсунем туда себя как роутера, то Port Security будет резать трафик до нас. И во-вторых, допустим, мы можем подсунуть туда свой DNS-сервер, но, как я сказал,
куча тенантов будет пользоваться этим, этой сетью. Это будет, мне кажется, немножко неэтично подсовывать каким-то людям на их проде свои DNS-сервера. Вот. Я подумал, ну, слабоумие, отвага, и запустил фазер. Кто же не фазит DNS-маск в 2021 году, когда я это делал? И на самом деле в течение, наверное, пары часов фазер выдает мне один интересный крэш. Вот посмотрим, как что-то происходит. Вот это, собственно, как раз я фазил только функцию, которая парсит вот этот DHCPOps файл. И у нас тут происходит следующее. Сначала парсер считает количество двоеточий в строке, которую мы передаем. Зачем это делает? Потому что опция может быть вида MAC-адреса. И он хочет этот MAC-адрес хранить не в виде какого-то строкового представления, а в виде, собственно, набора байт в памяти. Для этого нужно распарсить это набор хексов, разделенных двоеточием. И он пытается посчитать количество двоеточий, выделяет столько плюс один памяти, а потом парсит в эту память хексы с помощью функции parsehex. Функция parsehex, в свою очередь, она просто идет до первого невалидного символа, который не является там двоеточие-пробел, и парсит попарно хексы в этот буфер. Ну, тут очевидно, мы выделяем какое-то фиксированное количество по количеству двоеточий, а парсим до самого конца, пока парсер не ломается. Тут очевидная уязвимость, буфер overflow. Тут такой небольшой экскурс для тех, для таких же людей, как я, которые больше проводят времени в бурпе, а не с буфер overflow. Что такое буфер overflow? Мы знаем, что такое CSS, что CSS — это весело. Ну, буфер overflow — это примерно то же самое, он тоже такой же веселый. Но для того, чтобы эксплуатировать буфер overflow, нам нужно понять, как оно вообще внутри работает, как устроена память внутри DNS-маска. Все вот эти директивы, которые мы можем передавать в этом конфиге, они у нас в распаршенном виде хранятся в виде набора структур DHCP-opt. Тут у этих структур есть указатель на контент, собственно, вал, есть длина контента, и указатель на следующую структурку такого же типа, то есть они хранятся в виде односвязанного списка. Ну, вот примерно как-то так. У нас DHCP-opt 1, у него есть дата 1, указатель вала, который указан на эту дату, есть длина этой даты и указатель на следующий DHCP-opt 2. А в чем идея? Как это мы можем эксплуатировать? Если мы каким-то образом переполним дата 1, то мы сможем записать len и val следующего за ним DHCP-опта. Таким образом, ну, очевидно, мы можем делать чтение произвольной памяти. И вроде бы как все просто, но не все так просто. У нас парсинг файла идет построчно, сверху вниз. То есть мы не можем мы не можем переполнить буфер, который был выделен для предыдущей директивы. Мы можем триггерить переполнение только на текущей итерации. И переполняя дата 1, наш DHCP-opt 2 в памяти еще существовать не будет. Но на самом деле эта проблема не сильно большая. Если мы вспомним или узнаем, как работает локатор в Libc. Когда мы освобождаем память обратно, то есть возвращаем ее локатору, а локатор не просто так выкидывает ее обратно в кучу памяти, а он собирает ее по корзинкам. Есть так называемые FastBin подобные корзинки, ну их я так называю, никто их кроме меня так, наверное, не называет. Вот. Они хранятся в виде односвязанного списка, и они, каждая корзинка, она хранит в себе свободные чанки определенного размера. Ну, они все кратные 0x10, но на самом деле в Libc все чанки, которые мы выделяем, они кратные 0x10. И, собственно, вот этот FastBin он применим для маленьких чанков памяти. То есть, когда мы выделяем 0x70, оно появится в FastBin. Если мы выделяем миллионы-миллионы мегабайт, то оно, конечно, сюда не попадет. Вот. И есть еще unsorted bin подобные. Это как раз уже
структура для больших чанков, оно хранится в виде двухсвязанного списка. Как раз эта двухсвязанность, она нужна для того, чтобы эти чанки большие, они не особо, можно сказать так, ликвидный товар в контексте аллокатора, и иногда их нужно объединять между собой. И вот эта двусвязанность списка позволяет гораздо проще объединять эти чанки, чтобы как-то снижать фрагментацию свободной памяти. И теперь, собственно, в чем идея? Вот мы выделили, допустим, в памяти какой-то чанк, чанк 1. Затем мы выделяем чанк маленький, сильно меньше. Ну, на самом деле, пока еще не важно, что он сильно меньше, но, скажем, другого размера, и его освобождаем. Ну, в контексте DNS-маска мы, скажем так, просто дадим ему невалидную опцию. Он выделит, распарсит, скажет, опция невалидна, освободит ее. Далее мы выделяем снова большой чанк памяти. Не то, что большой, но побольше. Идея в том, чтобы чанк забрался не из фастбина, то есть чтобы чанк 2 остался в фастбине, а выделился стоп-чанка. Вот. После чанка 3 мы выделяем снова чанк 4, но такого же размера, как чанк 2 был. И тогда уже он заберется из фастбина, и в данном моменте, когда мы его парсим, мы можем переполнять и переписывать чанк 3. Вот. И, собственно, как мы делаем чтение? Вот у нас есть структурка в памяти уже какая-то. Мы каким-то образом хотим переписать дата 1. Для этого мы реконфигурируем DNS-mask с нашими опциями. Таким образом, чтобы как раз выставить так, чтобы у нас там дата 1 был выделен после того, как будет выделен DHCPOP 2. И переполняя буфер дата 1, мы переписываем значения len и val у следующей за ним структурки DHCPOP 2. Таким образом, потом мы запрашиваем у этого DNS-маска любым DHCP-клиентом конфиг, и в ответе, DHCP-ответе у нас вместо опции мы получим как раз ту память, на которую мы пытаемся ссылаться. Но тут есть проблема. Собственно, а что читать? На самом деле, это, опять же, тоже не сильно большая проблема, но вот эта вся процедура, которую я сейчас описал с первого по третий пункт, она достаточно медленная, потому что нам каждый раз нужно переконфигурировать DNS-маск, он будет рестартовать. Это все достаточно медленно. То есть какие-то вот привычные нам техники учитывания памяти с помощью арбитрлика, они будут очень медленными. И мы опять вспоминаем, что у нас есть, как у нас работает аллокатор, и добавляем сюда еще один шаг. После всего этого, после тех данных, которые мы пытаемся вычитать, то есть мы его переписываем, с помощью дата 1 переписываем значение DHCPOP 2, и мы хотим, чтобы после этого всего еще был огромный свободный чанк. То есть мы пытаемся выделить большой-большой чанк, чтобы он освободился потом. В чем идея? Что если этот чанк будет первым или последним, или и первым, и последним в двухсвязанном списке unsorted bin, то у него будет указатель на этот самый unsorted bin, потому что это двухсвязанный список, он имеет указатель на свое начало, на свой конец. Этот unsorted bin, он лежит в main arena, это уже фиксированное смещение у libc. И, собственно, зная, вычитав вот этот указатель либо fd, либо bk, и если мы уверены, что этот чанк является либо первым, либо последним, а это, кстати, делать достаточно легко, просто предварительно выделив кучу больших чанков, чтобы мы были уверены, что в этом unsorted bin этот чанк будет единственным, мы можем гарантировать, что мы всегда получим в этом месте адрес, указатель на main arena, и от него вычислим спокойно себе адрес, где лежит libc. И, ну, собственно, тут вот важно отметить, что мы не переписываем вал. Очень удобно сложилось, что у нас поле длины лежало перед валом, до вала, то есть мы можем не переписывать указатель на дата 2, мы не знаем никаких адресов, но мы спокойно вычислим чуть больше, и мы знаем, что там будет адрес на нашу липсу. Ну, все, теперь, когда мы умеем спокойно читать и знаем адрес липси, время это как-то запавнить. Опять же, немножко про то, как работает липси.
чанки свободные и несвободные, они выглядят немножко по-разному в памяти. Объединяет их одно. У них у обоих в самом начале есть длина чанка и какие-то флаги. Флаги нас сегодня интересовать не будут, поэтому не буду про них даже говорить. И если у нас чанк не свободен, то есть несет в себе какие-то данные, то после вот этого поля с размером у него будут эти самые данные. А если мы освобождаем чанк, то в самом начале вот этого поля данных у нас будет положен указатель на следующий чанк в фастбине, если этот чанк попадает в фастбин, либо будет два указателя на следующий, на предыдущий, если этот чанк попадает в отсортед бин. Собственно, какая идея эксплуатации? Тут я буду говорить про эксплуатацию T-кэш. T-кэш — это как раз, собственно, один из вот этих бинов, который из семейства так называемых фастбинов. Он супербыстрый, и по дефолту используется всегда именно он, если это возможно. И, собственно, в чем идея? Вот, допустим, у нас есть какие-то дата. После нее у нас каким-то образом магическим получилось, что у нас лежат два фричанка, которые лежат в одном T-кэше. И если мы с помощью этой даты перепишем указатель на следующий, мы перепишем указатель на следующий элемент в следующем за ним свободном чанке, а потом сделаем две локации. Собственно, первая локация из этого T-кэша, она будет выделена поверх чанк 1. А вторая локация будет выделена уже по адресу, который мы переписали FD, то есть в данном случае по адресу deadbeef. И, собственно, в этом идея. Как мы можем это использовать? В Lipse есть такое замечательное место в памяти, называется freehook. Это функция, которая будет выполнена перед тем, как память будет освобождена. Что в этом замечательного? Free у нас выполняется с указателем на память, который мы хотим освободить. System, например, system выполняется с указателем на строку, которую мы хотим выполнить. Есть какое-то совпадение между ними. Собственно, в этом и идея. То есть мы вот этой вот техникой переписываем, скажем так, пользованием наш T-кэш, так, чтобы в какой-то момент аллокация у нас была поверх этого фрихука. Потом к моменту локации этого фрикука мы переписываем вот эту область памяти фрикука на указатель на систем, а потом создаем невалидный DHCP opt с таким вот значением, например, ID hostname cat etc svd. DNS mask это начинает парсить, говорит, типа, это невалидная директива DHCP opt, и вызовет на нее free. Перед тем, как вызовется free, на эту строчку будет вызван систем. Собственно, примерно то, что нам и нужно. Казалось бы, все хорошо, но нет. Я так был окрылен этим успехом, что не заметил одной очень важной вещи. На целевом сервере была Lipse версии 2.17. T-кэш был внедрен в Lipse только в версии 2.26. То есть никакого T-кэша не существует еще. И вместо T-кэша локатор будет использовать как раз FastBin. И проблема в том, что FastBin перед тем, как выдать из корзинки кусочек памяти, он проверяет, а действительно ли вот этот кусочек нужного размера. Как раз вот с помощью вот этого поля размера в самом начале чанка памяти. И вот, собственно, примеры, как выглядит область памяти вокруг фрихука. Если мы, допустим, вот где красным выделено, если у нас там будет лежать поле с размером, то FastBin посмотрит и скажет, ты вот просишь у меня 0x30 байт, а тут написано 0.0 байт. Я тебе ее не дам. И упаду. И упадет. Вот. И это проблема. Вот. Но есть хороший трюк, с которым мне очень удачно помогли. В Lipse есть еще очень приятный участок памяти, называется MemoLine Hook. Чем он хорош? Во-первых, он по дефолту установлен, то есть он всегда, когда мы что-то компилируем, он будет, скорее всего, если мы не хотим иначе. Во-вторых, рядом с ним лежит malloc hook. Это, собственно, по аналогии та функция, которая будет вызвана на каждую локацию памяти. Вот. И, наверное, можно возразить, ну вот этот 0.07FFF и так далее, это тоже не выглядит как валидный размер чанка.
В целом, да. Но если мы посмотрим на это под каким-то другим углом, а если быть точнее, под другим смещением, вот примерно вот так. То есть это тот же участок памяти, только немножко с другим смещением, не выровнен. То вот этот 0,7f, это уже ровно подойдет для чанка размера 0x70. Потому что как раз младшие биты, они будут игнорироваться, потому что там должны быть флаги. А все размеры у нас, они кратные 0x10. И, собственно, в чем идея эксплойта теперь? Мы имеем у себя на куче какие-то два свободных чанка из фастбина. Локцируем первый. Далее мы переполняем этот чанк так, чтобы перезаписать указатель на следующий чанк в следующем за ним свободном чанке на область памяти, которая лежит, вот тут у меня как раз специально такой кривой прямоугольничек, то есть она лежит поверх мемолайн-хука, но не полностью, то есть под каким-то таким вот хитрым смещением. И после этого мы аллоцируем два чанка размером 0x70, потому что у нас там будет 7f рядом с мемолайн-хуком. Первый чанк будет вытянут поверх того изначального чанка, который у нас был свободный, а второй чанк будет вытянут как раз вот поверх малок-хука. После этого мы переписываем malloc-hook. Мы уже не можем тут использовать так же удобно систему. Мы будем вынуждены использовать роб-цепочку. И при любой следующей локации будет наша роб-цепочка вызвана. Вроде бы как все хорошо, но нет. Есть еще одна проблема. Вот этот конфиг DNS-mask, он генерируется с помощью Python. Python открывает этот конфиг в текстовом режиме. То есть означает, что мы можем использовать либо валидный Unicode, либо байты от 0 до 7F. А моя роб-цепочка, да, наверное, почти любая, которую можно придумать, она вынуждена иметь какие-то указатели, во-первых, на функцию, которую мы хотим вызвать, то есть, допустим, на какой-то систем. То есть рано или поздно мы хотим передать управление на систем. И на payload, на команду, которую мы хотим вызвать. То есть нужно указывать какие-то указатели. Не так просто сделать, чтобы указатель, который мы каким-то образом выделяем, состоял из байтов 0,0 от 0 до 7F. Вот. На самом деле, тут проблема она достаточно техническая и решаемая, но я решил схитрить и сказал, а пусть SLR нам поможет. Вот людям SLR мешает, а мне помогает. В чем идея? Вот, допустим, у нас есть, мы выделяем чанк памяти поверх malloc хука с каким-то смещением. То есть в моем случае это было плюс 0x8, минус 0x20. И мы хотим, там же, в этом же участке памяти, где мы переписываем malloc-hook, мы хотим туда же положить указатель на систем, указатель на свою строчку. Ну, на самом деле, тут я просто использую именно этот же чанк памяти только для того, чтобы не загромождать слайд. Но на самом деле, это не принципиально. То есть какой-то вот чанк, который мы знаем, где он лежит, на который мы можем ссылаться. Вот, и дальше. У этого malloc-hook, у него старшие 24 бита, всегда будет 0,0,0,7f, ну, потому что вот так сложилось. А младшие 12 бит, они будут зависеть от версии Libsy. Ну, и в моем случае версия Libsy была чудесная, и младшие 12 бит нам тоже устраивали, они тоже были из байтов 0,0 от 0 до 7f. А даже если бы не устраивало, то на самом деле можно было чуть-чуть там подобрать другое смещение и вот как-то скорректировать. Остаются 28 бит, которые рандомизируются SLR, и каждый раз будут новыми при каждом перезапуске DNS-mask. И OpenStack — такая чудесная вещь, он же продакшн-решение, он же должен быть надежным. И если мы каким-то образом, случайным или нет, уроним DNS-mask, он его перезапустит. То есть мы ликаем адрес, высчитываем из него malloc-hook, с нашим смещением, смотрим, а нравится ли нам этот адрес или нет. Если он нам не нравится, мы крашим сервер. Если нравится, продолжаем выполнение, собственно, как вот было на предыдущей цепочке эксплуатации. И да, я знаю, что это можно было сделать по-человечески. Просто добавив еще одну локацию по адресу, который мы знаем, и уже туда ссылаться, но
отладить еще одну локацию было гораздо дольше, чем я просто в цикле запустил свой существующий эксплойт, добавил туда только крэш, и ну, оно отработало быстрее. Поэтому, ну, кого волнует. Ну и пришло пора снова репортить. Я зарепортил. На этот раз OpenStack не стали говорить, что я сам себе злобный Буратино, и выдали мне CVE-шку. Ура, ура, у меня есть CVE-шка. Достаточно оперативно в целом зафиксили и запатчили во всех версиях. А дальше я пошел репортить это в DNS-MAS, потому что DNS-MAS же тоже имеет уязвимость. И узнал, что аж в 2019 году кто-то уже репортил этот баг, и его даже зафиксили. Но в коммите прям написано, что этот баг — это не проблема безопасности, поэтому в репозитории мы его пушить не будем. Поэтому в репозитории у нас до сих пор уязвимый DNS-маск. Ну, бывает. Собственно, чему мы должны были научиться из этой части? Что сторонние компоненты — это тоже в целом attack surface. И что не нужно бояться фазить, тестировать, ломать какие-то именитые продукты типа там DNS-маска, потому что иногда слабыми отвага, она помогает находить достаточно интересные баги. На этом у меня все. Я буду рад ответить на ваши вопросы. Да, привет. Классный доклад, особенно то, как ты перешел от OpenStack к бинарной эксплуатации DNS-маска. Вот, я, собственно, хотел спросить про первую часть. Там как бы весь взлом, я так понял, проходит через вот эти странные опции нейтрино, или как он там, нейтрон? Нейтрон. Вот. Но, собственно, как пользователь облака, ты же не должен иметь доступ к сырым API-шкам OpenStack, то есть типа… Это не сырая API-шка, это… Вот, смотри, все, что ты тыкаешь в интерфейсе облака… Это... Ну, то есть оно напрямую типа идет в OpenStack. Да, ну ты как пользователь интерфейса облака, ты можешь сказать системный администратор. Ну да, ну вот просто казалось бы, то есть ты наверное, имеешь... не должен быть доступ прям настолько прямой, типа к этому. Ну, это настройки DHCP, это не какой-то супер прямой доступ. Ну. Это обычный инструмент администратора. То есть, ну, то есть это типа, обычная фишка. Ну, то есть в UI, грубо говоря, ты эти опции натыкал, да. И все. Понятно. Спасибо. Спасибо. Как всегда, супер крутой доклад. У меня вопрос довольно, я не знаю, отстранен, наверное, от техники. Почему ты выбрал и вообще как ты выбрал троув из всего этого огромного куска кода для исследования вначале? Ну, смотри, я почти всю свою сознательную жизнь занимаюсь уязвимостью веба. Что такое веб? Веб — это SQL-инъекции. Ну, первое, что мне приходит в голову, когда я думаю о вебе, это SQL-инъекции. SQL-инъекции — это базы данных. Троув — это базы данных. На самом деле, там в целом не важно, что я бы выбрал, потому что на самом деле я рассказал только про три уязвимости, а их было больше. Люди мне не дадут соврать. Просто я вот из-за огромного списка тыкнул пальцем, выбрал то, что я знаком с базами данных. Я посмотрю, я про них чуть больше знаю, я посмотрю это сначала. Вот, поэтому я вот рассказал про это, потому что ну, там получился более-менее интересный случай. Там еще один вопросик есть. Спасибо большое, очень крутой доклад. У меня два вопроса. Первый короткий. Верно ли, что DNS-маск все еще уязвим к этому переполнению через этот файл опций? Сильно зависит, наверное, от репозитория. Смотри, если ты собираешь DNS-маск из мастера, он не уязвим. В 2021 году, когда я этот репортил, в последней Ubuntu он был уязвим. Сейчас я не знаю. Окей, то есть есть шанс, что это можно все еще где-то применять. Да. И второй вопрос по самой первой части доклада, где мы заслали сериализованный объект через RabbitMQ. Если честно, вот, может, я плохо слушал, но можешь еще раз, пожалуйста, напомнить схему атаки? То есть вот, я правильно понимаю, что, во-первых, один из шагов — это использование то, что VK Cloud позволяет выгрузить полный образ менеджера базы данных? Да, то есть я лично не рассматривал это как часть атаки, но потом в OpenStack мне сказали, что это часть атаки. Что это как бы уязвимость ее не да, считают. Да, что на самом деле они у себя в документации пишут, что такого быть не должно. И вот именно схема атаки, то есть ты каким-то образом подключался к вот этому API, который пошел в итоге в RabbitMQ, засылал объект как бы от имени агента. Нет, я просто...
вытащил креды, на питоне подключился к RabbitMQ и заслал туда объект. А вот этот сам по себе доступ к RabbitMQ, он доступен с любой абсолютно виртуалки в этом облаке, да? А, да. То есть это тоже не считается как бы уязвимостью? Нет, ну потому что тебе не нужны credential, тебе нужны ключи шифрования. Ну, я считаю, что у тебя есть куча разных пользователей у сайта, ты же не считаешь это уязвимостью? Понял, спасибо большое. Еще вопросы? Ну, вопрос про версии Дэнас Маска, человеку сзади. И я забыл, какие еще были вопросы. А, почему троп? Ну и тогда вопрос вот этому господину. Просто потому, что я так захотел. Спасибо за внимание. Если будут еще вопросы, находите меня на площадке, задавайте.